Но сегодня во всем мире отмечают, нет, уже не завершение выборов в нашей стране. День смайлика, 34 года ему исполняется, даже возраст точный посчитан. В 1982 году впервые в текстовом сообщении использовали три символа, идущие подряд. Это двоеточие, дефис и закрывающая скобочка для обозначения улыбающегося лица. Вот так мои коллеги решили поздравить меня с этим праздником. Давайте вместе посмотрим. И улыбнемся, конечно.